салаты с креветками, с манго и рукколо. И грецким орехом еще посыпать, очень вкусно. Чтобы был легкий стол и не наедать вот эту тяжесть, не испытывать. Ну, новый рецепт я вычитала. Фасоль, кукуруза, корейская морковка, куриная грудка и огурец свежий. Все перемешиваешь, заправляешь майонезом и готово. Грибы, бедра куриные, филе. Вот, и ну, всякие майонезные салаты. На Новый год мы будем готовить хорошее настроение для наших друзей и для наших родителей. Салатики всякие, оливьешку и селедку под шубой. Обычная традиционность из Советского Союза. Креветки обжаренные в соусе. Это масло и плюс мед. Плюс салат, огурцы, зелень и яйцо перепелиное. Оливье, рыбу под шубой. Муж будет отбивные сделать свинины и картофель пюре. Ну, как обычно, помидоры, огурчики соленые. Селедка под шубой, оливье, как обычно, классическое, холодец сделала. Баварский буду в этом году делать. Раньше никогда не делали. Там фасоль красная нужна. Либо отварить, либо можно вот готовую уже. Что там еще? Ветчина идет, соленый огурец, лук, зеленый горошек. Ну и приправить то, чем любит майонез или сметана. Возможно, крабовый салат кальмаровый. Из горячего, наверное, идей. По старинке обойдемся. Я ничего не буду готовить, жена будет готовить, наверное. Селедка под шубой я купил. Есть селедки столько, что там на все праздники хватит.